маленькие радости, маленькие слабости, наверное, так. Вот у меня есть слабость, вот я коллекционирую модели, например, специальные техники, которые не купишь в магазине. Слабость. Коллекционирую афоризмы. Ну, у каждого свое. Кто-то марки собирает. Слабость, страсть коллекционирования, это же страсть. Вот. Какие слабости можно позволить? Безобидные, не приносящие вред другим, в первую очередь, и себе.